Добрый день, уважаемые отдыхающие. Сегодня мы посетим парк развлечений и аттракционов. Также он большой аквапарк при отеле Rixos. Отель позиционируется как 7-звездочный. А парк называется The Land of Legends, или, как я его называю, легендарный парк. Вот такая вот красота здесь. Это мы только при входе. Сейчас получаем наши браслеты и заходим в парк. Уже будем по месту ходить, смотреть, какие горки, какие развлечения, какие аттракционы, что есть на территории парка. Также красивая вот такая сделана площадка. Очень много групп, очень много туристов подъезжает. Прошли рамку досмотровую. Детектор. Вот такая большая площадка. Красиво. Люди умеют тратить средства на радость другим. После покупки нам выдали вот такие эти браслеты Legends. С этими браслетами я зашел такое вот название Parkens Web Center Location. Получается, что на браслет можно вложить средства. Вложат в долларах, в евро, в любой валюте, но сдачу, которая останется, выдают только в лирах. Поэтому много сразу не ложите, рассчитывайте, сколько вы можете потратить, чтобы потом вам забрать только лирами. Сейчас идем в сейф. Сейф тоже платный. 2 доллара стоит ячейка. И ложим в сейф вещи. Вот название английский у меня никакой. Не то, что плохой, вообще никакой. Changing Locker Room здесь. Душевые, раздевалки, и здесь же сейф. Переодеваемся, и вещи, которые нам не нужны, сдаем в сейф. Если схематично показать, мы зашли с парковки, мы зашли на эту площадку. Вот здесь я снимал, показывал. Потом мы прошли мимо замка, зашли в этот вход, прошли вот сюда. И вот здесь находятся душевые, раздевалки и сейф. Здесь уже оставляем. Обменник есть по дороге, но все люди, которые заходят, сразу на нем тормозятся. Народу очень много, поэтому можете пробежать вот сюда, вот где 07. Вот здесь есть тоже обменник. Тоже поменять, ну не поменять, а положить деньги на браслет. Вернуться и уже здесь в сейф сложить вещи. И все, получается, вот это все, это водные аттракционы. Аквапарк, горки, дельфины, дельфинарии, лодки, погружение в аквариум. А это уже американские горки, всякие такие развлечения. Ну, горки здесь здоровенные, вон видно площадка какая. Идем. А вот так людей охлаждают. Распыляют воду мелко. Детский аквапарк.
дяди веселятся. Фастфуд слева. Ресторанный дворик, магазин здесь. В принципе, все рядышком. Сейчас пройдем сначала на аттракционы. Ребенок хочет с них начать кататься, а я уже пойду поснимаю. Это для серфинга. Серфинга. Серф вообще же правильно. Все зелено. Снизу тоже распыляет, охлаждает. А приятно. Вроде бы такая мелочь. Охлаждает. Температура воды, температура воздуха. Вода 27, воздух 34 на данный момент. Вот какой космический шаттл. Люди на кругах катаются. Да, все хорошо, но очереди действительно большие. На горке очередь 30 минут длится. Подождали. Здесь 4 горки. Абисс, рафтинг Рапид, Старшип и Сиа Вояджер. Рост какой можно. Дети ниже 120 не допускаются на эти горки. И время работы с 10 до 6:30. И вот везде очередь. Я думаю, после обеда будет полегче. Можно будет покататься. Нашли, где проход на аттракционы, но они работать начинают с 12 часов. Поэтому возвращаемся обратно и отдыхаем пока в аквапарке. В туалетах чистота и порядок. Это могло действительно там остаться.
еще один ресторанный дворик. Здесь горка Wild River. 12+, дети до 12 не допускаются. Пойдем туда. Интересный бассейн, люди за стеклом стоят, как будто без воды. Бар. Джакузи. Вот те большие горки тоже. Не вижу, чтобы там народ был. Наверное, пока еще не работают. Сейчас дойду и до них. С этим браслетом, если человек в очереди один раз прокатит, здесь тоже песок. Ощущение натурального моря. Красиво, все зелено.
понравилось, что еще в барах тоже воду распыляют мелко-мелко. Вентиляторов нет, а вода охлаждает. Здесь тоже вот аттракцион. Также подниматься на него не надо, водный. Садишься. А, это круги поднимают, людей это не поднимает. Подниматься надо самому, а круги заезжают сами. А это типа большого унитаза что-то. Ну это что-то другое просто. На больших кругах сделано. Выскочили. Зелень, 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 много зелени. Морс, бассейн, мары. Здесь вот горки получаются, как раз те, которые мы смотрели, Family Pots и Magicon. Также ограничения по весу, по возрасту и время работы. Ну и очередь, смотрите. Все здорово, народу много, очереди большие за весь день. Без дополнительного браслета прокатиться, ну, 5-6 раз, не больше. Также вот горки. Windstream Challenger, Deep Dive и Space Rocket. Тоже ограничения по весу, по возрасту, по росту. Ну, возраста нет, вес и рост. И вот фаст-трак, это люди проходят слева, вот где молодой человек в желтой футболке стоит. Так называемая быстрая очередь. А все остальное это 30-40 минут ожидания. Аттракционы еще не открылись. Как только откроются, часть людей переместится туда, и уже здесь станет полегче. Это вот горки, которые я сейчас смотрел, а вот они спускаются здесь. Дождемся сейчас кого-нибудь. Вот кто-то с крайней желтой мчится. Это вот крайняя желтая получается, если сверху видно, вертикальная колба,
люди встают в нее и открывается дно. Просто как проваливается дно. Дно провалилось, человек пошел вниз. Вот видно, девушка зашла, стоит, закрыли дверь. И сейчас она провалится вниз. Пол открывается автоматически. Но там еще в кабине звук идет такой тикающий. Нагнетает обстановку, что человек стоит в ожидании, когда его скинут вниз. Страх нагнетает. Вот сколько времени она уже стоит в ожидании, а все это время там идет звук, нагнетающий обстановку. Я так думаю, даже... О, полетело. Уже многие хотят выйти, но не тут-то было. Вот она выскочила. Пойдем? Весело, конечно, но стоять очередь очень долго. Идем дальше. Ну все, в принципе, круг мы прошли по аттракционам. Также и с другой стороны здесь тоже туалеты есть. Выход в центр. Когда пойду в сейф вещи брать, ложил вещи в сейф, открывал его, не показал, потому что было очень много народу, толкучка большая. И как пользоваться, не показал. Когда буду открывать его, покажу. Сейчас к карте подойдем. Вот карта. Вот водные аттракционы. Это первый, на котором мы были, 25 номер. Потом переместился на... Так, вот этот первый. 21, 22, 23, 24. 25 рядом. Здесь поменьше, здесь больше детей катается. Этот большой, где у нас пляж с песком. А рядом песок тоже насыпан. И вот эти горки, которые мы сейчас посмотрели. А находимся мы в центре, так что теперь будем перемещаться в аттракционы. Тоже площадка большая, походим, поснимаем там. Здесь мелкий бассейн для самых-самых-самых маленьких. Можно поползать, потому что у маленьких он по самой лодыжке. И побрызгаться можно детям. И поползать в воде. Спрай Action 3+. Работает с 10 до 6:30. Как и все. Все, 12 часов. Открылся парк. Сейчас народ туда переместится и на горках уже могут спокойненько покататься.
поэтому большая часть людей сейчас снимаем там. Здесь мелкий бассейн для самых-самых-самых маленьких. Можно поползать, потому что у маленьких он по самой лодыжке. И побрызгаться можно детям. И поползать в воде. Спрай Action 3+.